Ее день расписан буквально по минутам. Скандинавская ходьба, танцы, песни, мастер-классы. День обычной пенсионерки, участницы программы «Активное долголетие» Марии Ефимовны Козловой. Сложно поверить, но этой моложавой эффектной женщине уже или еще 89. Вот уже много лет ее день начинается в 8 утра. Но не для того, чтобы пойти на работу или сидеть с внуками. К 9 часам вот приходим в веру. Каждый день или нет? Каждый день. Я и в хоре пою, и в поляцках кто-то участвую. И вот, ну, какие бывают у нас кружки, так мы, ну, какие ходят, ну, по желанию. Мария Ефимовна уже 15 лет не представляет своей жизни без центра социального обслуживания «Вера». Сначала ходила время от времени, потом, говорит, затянула. Старается участвовать во всех мероприятиях центра, все изучить и попробовать. Вот уже 5 лет регулярно занимается скандинавской ходьбой. Человек очень позитивный, как-то она никогда не ссорится ни с кем, она всегда с улыбкой и танцует, и поет у нас, и ездит на экскурсии, и мастерит, и рисует. То есть женщина на все откликается, она молодец просто, поэтому она и выглядит, не выглядит на свой возраст. Виктор Федорович Сашин знает Марию Ефимовну с 90-х годов. Они познакомились на собраниях местного отделения Совета ветеранов. Он уверен, что такую активную и жизнерадостную женщину сложно не заметить. Она еще входит в эту женщину России. Да. Она ходит. Она участвует в пении, в хоре. Так, здесь. Так что она все время, как говорится, в движении. Иногда годы берут свое, но наша героиня не дает хандре одержать верх. Все равно себя пересиливаешь, одеваешься и идешь. А то дом в халате, рубаха ночная, ходишь. А это я стараюсь одеться на люди, идешь ведь как. И силы появляются? Ну, конечно. Все забываешь и идешь. У Марии Ефимовны вообще волевой характер. В войну в 42-м погиб отец. Через 3 года не стала мамой, поэтому юная Маша пошла работать с 13 лет, чтобы обеспечивать себя и помогать братьям и сестрам. На вопрос о секрете молодости и долголетия наша героиня пожимает плечами. Мне кажется, первое, чтобы не завидовать никому, не злиться, не ругаться, ну, жить хорошо, спокойно. Вот такие они, активные долгожители Ленинского городского округа. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.